Инспекторы технадзора ГИБДД вместе с сотрудниками управления транспорта администрации Сочи проверяли законность оказания услуг перевозчиками, наличие необходимой путевой документации, тахографов, а также техническую исправность автомобилей. Кроме того, с водителями провели профилактические беседы. Было проверено более 100 автомобилей, занимающихся коммерческой перевозкой пассажиров. На водителей 10 машин составлены административные протоколы за управление транспортом при наличии неисправности или транспортом, на котором незаконно установлен знак «инвалид». Эти машины были доставлены на спецстоянку.